Шум строительных работ не утихает ни на минуту. 340 рабочих круглосуточно ремонтируют Никольское подразделение Одинцовской областной больницы. Оснащение учреждения начнется после 20 мая. К этому сроку помещение должно быть готово. На первом этаже приемное отделение с палатами временного размещения. Поступает больной, временно размещается в этой палате, ему выполняется КТ. И ожидает заключения этого КТ. По результатам этого КТ мы понимаем, больной, легкое у него течение болезни, среднее, тяжелое, нуждается он в госпитализации или может находиться на амбулаторном лечении. В стационаре оборудуют 209 общих коек, это 81 палата. В каждой по 2-3 человека. Бороться за их здоровье будут специалисты больницы. Сейчас, пока идут работы, они проходят дистанционное обучение по лечению новой коронавирусной инфекции. Некоторые уже занимаются этим на практике в Звенигороде и Одинцово. Здесь будет располагаться лечебное отделение на 41 койку. Палаты 1-2-3 местного размещения больных. В каждой койке будет подведен кислород. Новый коечный фонд и медицинская мебель, аппараты ИВЛ. После перепрофилирования больницу оснастят современным оборудованием. 20 реанимационных коек подготовят для тяжелых больных. Это будет реанимационный зал на 5 коек. Соответственно, каждая койка будет оборудована аппаратом ИВЛ. Здесь будут лечиться тяжелые больные. И, соответственно, круглосуточное наблюдение. Там вот будут оборудованы посты, сестринские посты для наблюдения за больными. Аппарат КТ функционирует в подразделении с 2015 года. После открытия медучреждения он будет работать в круглосуточном режиме. Примерные сроки окончания всех работ – конец мая. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».